Здравствуйте, на табло пока нули, но мы уверены, что через 90 минут там будут гореть совсем иные цифры. Да, как вы уже догадались, мой коллега Черданцев Георгий, а вместе с ним и я, Генич Константин, ожидаем сегодня парад голов. Перед нами состав Ромы. Игроки группы атаки будут цепляться за мяч при любой возможности. С обороной, как мы видим, здесь тоже все в полном порядке. Раджа Найнгулан. Что нового приготовила для нас и, главное, для соперника Рома? Новый сезон вот-вот начнется, и по его итогам команда надеется взять чемпионство. Эдин Джек. И подает в штрафную. До нападающих мяч не дошел, выносит. Удар! Не точный удар. И все, надо забыть это побыстрее и играть дальше. Атакующая комбинация Ромы. Даниэле де Росси. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? И почти сразу мяч потерян. Не смогли из-под прессинга выйти они. Появляются свободные зоны. Самое время контратаковать. Ушел мяч. Аут. Навес в центр штрафной. Эль-Шарай. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Нужно подумать, кому сделать точную передачу. Будет штрафной удар. Такие передачи придают атакам остроты. Де Росси. Алессандро Флоренцо. Угловой для Ромы. И прямо в центр. Голкипер выходит и нейтрализует угрозу. Он уже видел мяч в сетке, но защитник заблокировал удар. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Это может быть опасная атака. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Раджа Найнгулан. Это, конечно, не стандарт, но и из аута можно извлечь выгоду. Этот стандарт обещает несколько десятков волнительных секунд обороне. Стенка синхронно прыгает и принимает удар на себя. Уж не тренировались ли они в бассейне? Это может... Нарушение правил, по мнению арбитра, со стороны Ромы. Джеку. Увидел открывание впереди. Джеку забивать должен. Отлетает мяч от штанги в ворота. Гол! Мяч в центре поля. Рома только что повела в счете. Ромулу. Федерико Фаси. Джеку. Рома начинает опасную атаку. Отлично сыграл защитник. Прервал фланговую атаку. Хороший шанс есть у команды застать соперника врасплох. Есть тут возможность к воротам убежать. В штрафную подачу есть там кому сыграть. Здесь защита справляется, мяч отобран. Мяч словно приклеился к перчаткам голкипера. Алессандро Флоренцо. 2 минуты добавлено к основному времени тайма.
Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Минимальное количество. Судья дает свисток к началу второго тайма на стадио Олимпико. И буквально подарил мяч сопернику. Это может быть опасно. Раджа Найнгулан. Успешно навязал борьбу. Теперь придется побороться еще раз. Бить можно и забивать. И еще один гол они забивают. Вот теперь крайне сложно будет сопернику отыграться. Все-таки надо будет забивать уже два мяча. 2-0. Самый нелюбимый счет Фабио Капелло. Не получился пас, и мяч уходит за пределы поля. Алессандро Флоренци. Де Росси. Кевин Строт. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Удар! Опасно! Вратарь забирает мяч. Джеко. Найнгулан. Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. Вынос. Главное, чтобы повыше и посильнее. Именно так, наверное, его учили в детской юношеской школе. И ближе к воротам игра переходит. Хорошая игра на перехвате. И вот мяч уже в распоряжении другой команды. Еще много времени до конца матча. 30 минут. Кевин Строт. Эдин Джеко. Рома идет к воротам. Кулаками играет вратарь, и мяч выбит. Джек. Хорошо увидел партнера впереди. Спасает вратарь, но мяч у атакующей стороны. Неудачный прием и, как следствие, потеря. Стротман. Атакующая комбинация Ромы. И подает штрафную. Аут.